бложек от единорожек. Оришка. Ну, тихо, мышка. Елыбашка, ты моя любимая. Всем привет! Мы решили начать с того, чтобы рассказать вам, почему мы называемся Дом Счастья Единорога. Не просто Дом Счастья, а именно Единорога. Почему такое странное словосочетание вообще? Дом Счастья – это наш дом. Изначально он был дачей, но мы здесь обрели настоящее счастье жить отдельно и жить в таком тихом месте, которое показало себя в самом лучшем виде в наши непростые времена. Что бы ни происходило, война, эпидемия, снежный буран, ну, космоса черных дыр пока еще не видели, но здесь тихо, спокойно и благодать. Также у нас есть чудесный сад, и поэтому этот дом для нас реально дом счастья. Была такая мысль, чтобы создать канал «Дом счастья», чтобы рассказывать именно историю нашего дома, нашего счастья, нашего дома счастья. Вот. Ну и плюс, ну, мы же бездельники, вот. Рассказывать, как мы тут бездельничаем в саду, как мы не хотим копать картошку, поэтому сажаем ее в сени. Один из вариантов, как мы думали назвать наш канал, когда мы отмечали трехлетие свадьбы, Андрей Сутлов, наш друг. Он же гитарист группы «Эскадр». Точно. Такой гитарист. Андрюха, привет. Он обозвал нас четой единорога. И не просто так. Поскольку моя фамилия Фарятьев, и, по сути дела, и означает единорог. Фаря – сказочная лошадь, то есть единорог. Князья Фарятьевы имели родовой герб с изображением единорога. И именно поэтому у нас даже пеленочка в колясочке с единорожками. Кстати, эта пеленочка досталась нам из пакунка малюка. Было очень приятно, когда мы открыли коробку, а сверху единорожки! Единорожки! Да она не реагирует. Единорожки! Мы еще реально думали назвать канал «Чита единорогов», но потом поняли, мы уже понимали, что мы уже не просто чита, не просто вдвоем. Мы уже почти втроем. А теперь то уже точно втроем. Да, и когда мы начнем делать, действительно записывать какие-то дневники, делать какие-то живые видео, то мы будем уже точно втроем. Поэтому мы понимали, что чита единорогов не может быть. Но мы решили далеко не ходить. Мы хотели делать когда-то историю нашего дома счастья. Это, кстати, была идея ударника его группы, первого и неповторимого Руслана Ивоха. Дядя Руслан, привет. Что он прячется? Покажите мне, где Руслан. Записывать видео со всех, и даже все наши походы, когда мы приобретали наше имение, и как здесь все меняется, он предложил это все снимать, фотографировать, чтобы потом сделать целую историю. Ну, кое-какие материалы были действительно отсняты. Слушай, это мусор. Металлочерепица, звезда. И как делались определенные ремонтные работы, и как делались определенные садовые
разные креативы наши. Вот, возможно, также в рамках нашего бложка от единорожек что-то и будет туда попадать. Кстати, комбинезончик из пакунка маляты. Комбинезон дитячий. Да, він такий, що він трансформується, по ідеї. Да. Ой, боже. С медведями Вова будет рад. Завидуйте только белой завистью. Или вообще не завидуйте. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте тучу лайков. Комментируйте. И присылайте эти ссылки вашим друзьям. И мы вам спляшем за это. Вам пространства хватит, тетя? Пространства хватит. Давайте мы посмотрим. Первый семейный танец. Долго не жди. Меньше терпи. Проснись, Богу молись. Все положено, давайте, все, погнали.